Все уже нажато. Уже нажато. Все, погнали. Так, мы снимаем эпический момент. Значит, подготавливаем Антона Анатольевича к стрижке. Шея у вас. Ведет оператор Дмитрий. В общем, в этом мире он известен как профессионал. Что хочу сказать. Антон Анатольевич не стриг себя, ну, очень коротко, очень давно. Последние лет 10 он ходил очень с большой шевелюрой, что мешало ему, в принципе, летом отдыхать, загорать, купаться. Вечно волосы на его лбу скапливались, мешали его смотреть. Сейчас мы присутствуем при торжественном моменте, когда он все-таки решился это сделать. И сейчас мы наблюдаем как раз этот процесс, когда уже парикмахер приступил к своему действию. Антон, конечно, еще пока в судорогах отряхивает волосы со своих джинс. Он, конечно, пока в суде ничего не понимает, но процесс пошел, и мы все внимательно наблюдаем за этим. Антон Анатольевич, расскажите о своих ощущениях на данный момент, как они вам? Волосы да как-то пахнут? Да, они же сюда должны падать, в карман. Пусть падают. Антон Анатольевич, вы расскажите о своих первых впечатлениях, ощущениях, как вам вообще этот процесс? Мне нравится, Дима. Антон Анатольевич, вы как вообще способны говорить или вы? Ага. Ну. Нормально, да, в общем, хорошо. Вы, я так смотрю, сегодня немножко. Слишком много Irish whiskey. Ага. Too much Irish whiskey. Ага. Заговорил на непонятном уже языке. Ну ничего. Мы наблюдаем. Конечно, хотелось бы показать сейчас вам, как этот процесс происходит сзади, на затылке, так сказать, его голове. Может, это и продемонстрируем. А как вам на запах ваши волосы? Пахнет чем? Шампунем Palmolive или это родной какой-то детский запах? Нет? С чем запах вам? Чем знаком, чем-то? Нет? Ну, Армани. Ага, это непонятное какое-то слово для нас. Не будем сосредотачиваться на нем. Ты что, пытаешься коллекционировать, чтобы купить эту хрень, которую ты мне нравится? А так ты только так чувствуешь. Ты тоже, ну нет, что ты двигаешься? Что не хочешь? Это жарко будет. Ага, жарко будет. Кому-то сейчас будет очень жарко. Так, послушай, неплохо так, я смотрю. Когда ты это сделал, не понял. Ты ж фокус их не словишь. Подожди, да? Сейчас что-то. Он не упадет? Да, братан, ну ты поставил лучше, а потом фокус лови. Что ты делаешь? Для чего ты подошел? Подожди, сейчас. Это ж тебе не камера, она не автофокус не имеет ни разу. Слушай, Антон, давай ты. Все нормально, посмотришь, потом все будет хорошо. Ты не переживай, главное. Ты, главное, слушаешь, что тебе говорит товарищ парикмахер. Не, ну у тебя там что, все четко? У меня все четко. У меня вот ты посмотришь потом. У меня все четко, я все сделал четко. Ну, а что ты потом посмотришь, скажешь, че я тебе не послушал, че я не остался на том месте? Да. Знаешь, так что гораздо лучше, чем было. Слушай, клево так это. Молодец, решился, кстати. Надо человеку дать. Давай. Чтобы более процесс протекал плавно. Прямой. Будь мой. Сейчас похож реально на какого-то панку. Ой, ага. Сверху мне оставь, ну, не надо. Не надо оставлять. Да, челочку, ты же любишь челочку. Оставь челочку. Челочку любит Наташа, но челочку мы не любим мы с тобой. Ну, мы не любим, но Наташа. А, я понял. Рулит. Стрижка. А, улыбайся. Людей это украшает. Вот это тоже убирается, да? Да, конечно, вот это убирается. Ты у меня спрашиваешь? Блин, да я. Ты как будто понимаешь, что потом будет, если ты ее оставишь. Слушай, ты знаешь, я тебе могу сказать, по крайней мере, вот взгляд со стороны, уже хорошо. Уже хорошо, понимаешь? Ну, ты можешь корректировать стрижку.
Я не могу, я только могу корректировать коррекцию. Как ты знаешь, что я в фокусе или нет? Я настроил фокус, а нет. Ты потом после этого подставил себя в фотик. И еще немножко под... И идет четко все, идет четко. Я тебе серьезно говорю, правда. Ой, блядь. Не вся же не похож. Йо. Слышно, так, мне кажется, ты его не узнаешь, короче, после стрижки. Реально, блядь, что-то мне кажется, ну... Мне кажется, ему надо... Обычно перед этой штукой стоят зеркала, и там люди смотрят, как они стригут клиента. Смотри на меня. Но даже все равно. Смотри на меня. Кстати, мне не понравилась эта стрижка. А я, у меня нету стрижки. У меня просто выбрита голова, и все. А у меня нету стрижки. Слушай, может мне пойти по тому же пути, выбрить голову? Сейчас посмотрим. Ты знаешь, ему вот так очень хорошо, когда выбрито все сзади, а вот это основная копна, вот ему очень... Я же не знаю, мне жалко, мне надо. Да, вот ты посмотри на него, смотри какой, да? Ай, хорош, ай, молодец. Ну, он тоже, это полупокер. Полупокер? Ой, а ты молодеешь так на глазах. Боюсь, короче, сейчас придешь, я скажу, да, хорошо, конечно, я с вами посидел, я не знаю этого мальчика, я пошел. Утешать, говори, что все хорошо, все нормально. Ну, говори, нет, говори, что надо, что, а что не надо, говори. Что, может быть, хотелось бы поправить. Что отрастить на будущее. Ну пока вроде все нормально. Пока все хорошо. Вот так тебе вообще сейчас красиво очень. Вот, вот сейчас красиво, да? Да. Может тогда остановимся? Нет. Может тогда остановимся? Не, ну ты слишком будешь гламурен для на московской с тобой прическа. Не, может тогда остановимся, Наташа? Блин, Дима, слушай, можно мне поехать в Питер, буду гламурным пацаном стать. Не, правда, давай остановимся. Подожди, не надо, но это слишком будет. Не, хорошо, мы уберем только. Давай перекурим. Давай. Подожди, ну Антуан, ну стой. Тогда это стригут, я хочу. Антуанчик, ну что ты за. Тихо, не нервничай. Что ты? Бока, давай. Подожди, стой. Ну все же нормально идет, смотри, как хорошо. Вот здесь ему. И вот здесь ему сними, смотри, вот здесь вот. Вот это тоже надо снять. Антуан. Я постепенно. Больной Антуан, с него снимают постепенно. Вот так вот, да. Хотя бы немного, потому что они там и так много. Вот. Ну, а что фокус? Ну, фокусом не надо? Нет, нормально, все так и сохранилось. Ты уверен? Уверен. Посмотрим. Ну, забежно. Посмотришь. Хоть я не обладаю навыка фото- и видеорепортажа, но кое-что понимаю. Слушай, а ты знаешь, если даже ему сбрить вот эту челку, ему тоже будет круто. Только ему надо не так, как у меня, сбривать вот под самую, блядь, вот эту вот тему, а оставлять какую-то... Ну оставь мне, да. Не надо вот эту только... Насадку сделай там, чтобы, насадку, чтобы мне осталось. Ой, какой хороший. Да, смотри, на, вот я там ножничками подрежу. Нет, это тоже состригай все. Там еще останется у тебя момент. Я за фотоаппарат, я в него смотрю. Конечно, конечно. А он снимает видео. Конечно. Он просто снимает видео. Сказать моему. А еще, кстати, две палочки осталось. Так что да надо пока быстро сказать. Да нет, там хватит внутри. И вот это тоже сбривай, чувак. Сейчас. Я там ножничками. Вот даже так. Даже вот избрить эту челку и оставить такую вот волос, который у него сейчас, это очень ему клево будет. Даже не надо брить его на волосы. Да, в натуре, зайди с той стороны, посмотри на него. Да я что, не вижу? Не вот туда. Так отсюда, посмотри. Ну так я вижу. Ну и что? Ну надо стричь. Круто, надо. Да, стриги. Давай. Все, стричь. Я там в фокусе, Дим. Да, вахта. Не так, ты не под корень стриги, а вот как стригла, так и иди, машинка, мне кажется, вот так и иди. Как? Так оно же будет, ну, вот будет так, такое вот же, так. Как и тут, понимаешь? Ну ничего страшного, ну а что, ему будет ну, хватить? Иди, давай так иди. Да стой, давай. Подожди, не так. Да я ножнички, подожди, стоп. Не так, у него останется, смотри, тут пострижено, а здесь вот это ты не сострижешь так ножницами. Ну давай попробуй, а потом если что, машинка можно всегда будет постричь, правильно? Подожди, стой. То есть мы идем ходить. Стой, да, стой, подожди, стой, Антуан, стой. Стой. Сейчас, подожди. Ага. Надо по росту волос. Ну, ты ж отойди от объектива, я подойду к тебе вот так вот. А, давай.
Да, блин, братва. Нет, это очень хорошо. Мы же не состригаем все. Вон, смотри, у меня тут очень шелк этот. Во. Смотри, а остальное, вот смотри, что то, что посчитаешь, нужно состричься, стрижешь. Смотри, сколько мы убираем. Я это вам не прирожденный парикмахер. Оно не стрижется. О! Подожди, оно не смотрит. Стой. Ты готовый просто. Не знаешь, что он делает. И реально сразу. Да нормально. Подожди. Ладно. Ну а чё? Ой, ну лобой стало. Не, подожди, а все равно ты стрижешь его. Я прирожденный парикмахер. Я же не знаю, как стричь их на самом деле. Подожди, а вот это уже уберешь ножницами остальное. Подожди, не стой. А ну, подожди, на меня смотри. Бля, класс тебе, Антон, подожди, на меня смотри. Класс. Не рыгать хочется. Подожди, стой. Да на меня смотри, подожди. Просто хиндец. Я ничего сказать. Подожди, ну что она? Как я тебе спать с тобой буду? Подожди, ну волосы не раскидывай. Скажи спасибо, что я самым большим насадком оставил. Да, это точно. Смотри, и хорошо ему, что большим насадком. Дима говорит, да, это точно. И хорошо ему. Смотри, и хорошо ему. А ну, на меня смотри теперь. Все здорово, теперь подровнять ножницами. Поменьше насадку теперь по бокам. Поменьше насадку ему не давать. Да, ну, давай там теперь еще немного поработай. Смотри, видишь, я остык и не вниз. Да, почему нет? Красиво как, да?